1991 году население Украины голосовало за союзное с Россией государство. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По словам политика, жители страны, голосовавшие в ходе референдума об утверждении акта провозглашения независимости Украины, подразумевали не совсем то, о чем договаривались главы республик. «Они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать», — рассказал Кравчук. «А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, мы говорили о государстве. Для народа было важнее обретение большей социальной и экономической свободы, а вовсе не обособление от Москвы», — пояснил экс-президент. Тем не менее, политики готовили соглашение о содружестве независимых государств, а не о едином государственном объединении. За независимость Украины 1 декабря 1991 года выступили более 90% голосовавших украинцев. При этом в марте 1991 года на референдуме за сохранение СССР высказались свыше 76% граждан. После этого началась разработка союзного договора между республиками СССР, однако он так и не был подписан. В августе произошла неудачная попытка захвата власти ГКЧП, а 8 декабря президенты Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о распуске СССР.